Привет всем! Меня зовут Наталья Белкова, я генеральный директор коммуникационного агентства 4D. Компания существует уже очень давно. Мой папа был автором пиктограмм к Олимпиаде 80. Это была его дипломная работа, и во многом это предопределило историю компании. В 89 году на волне перестройки папа открыл первое дизайн-бюро, в котором разрабатывался фирменный стиль для тогда зарождающегося капиталистического строя, для новых компаний. И это был такой интересный виток развития страны, развития бизнеса. Затем я закончила факультет по связям с общественностью и уже 18 лет управляю компанией. На сегодняшний день мы занимаемся проектами в направлении экспо, дизайн, брендинг, пиар и организация мероприятий. По мере того, как компания росла, приходили новые клиенты, появлялось все больше и больше проектов. Безусловно, перед нами остро встал вопрос о том, как правильно наладить работу рабочих групп, работу с клиентами, согласование проектов, контроль за качеством и сроками выполнения задач. Проведя исследования, мы остановились на компании Bittrex, и надо сказать, что удивительным образом выбор компании и старт проекта по автоматизации наших внутренних процессов совпал с таким печальным периодом, я думаю, что в бизнесе каждого, это перед началом пандемии. То есть буквально мы успели выполнить настройку, наладить процессы, поставить программу, провести обучение, как нас всех отправили на удаленку. И я могу сказать, что, наверное, больше половины успеха в том, что мы не провалились в этот сложный период, что мы смогли наладить работу и по-прежнему быть на связи с друг с другом, несмотря на то, что мы перестали находиться рядом с друг с другом в офисе, нам удалось решить за счет того, что мы перешли на систему Bittrex, на CRM и смогли отлаживать нашу работу максимально в таких жестких условиях, но что дальше нам дало огромные скорости и преимущества в коммуникации. Мы ушли из огромного количества чатов во всех известных мессенджерах во внутреннюю систему, в которой мы можем взаимодействовать по проекту всей нашей рабочей группой. Один очень важный нюанс, что наша бизнес-модель подразумевает, что помимо штатных сотрудников, мы также привлекаем сторонних экспертов, которые помогают нам нырнуть в глубину проекта, отрасли или решения какого-то вопроса максимально быстро. И Bittrex позволяет привлекать сотрудников в проекты, создавать отдельные папки, настраивать доступы. И при этом, если кто-то уходит, у нас остается вся история проекта, чат сделки, в котором можно найти документы, проекты, посмотреть оплаты, условия согласования, быстро внедрить туда нового сотрудника. Если говорить о том, что можно пожелать и использовать ли эту программу, то безусловно, потому что в первую очередь предпринимателю, собственнику и генеральному директору, его замам, это сильно облегчает работу, потому что если у тебя ушел сотрудник, вся информация у тебя остается на месте, тебе не нужно искать по каким-то папкам, чьим-то почтам, какая была история взаимоотношений с этим клиентом, что вы для него делали, находиться в чатах, в которых тебе нужно, ставить задачи, смотреть проекты, сделки, лиды, выставлять счета, вести рекламную кампанию и многое-многое другое.